Всем привет, меня зовут Максим Жигранов, я выпускник программы «Цифровые методы в гуманитарных науках». Сегодня вот выпускник. И я бы хотел сказать пару слов о самой программе и что мне в ней понравилось. Прежде всего, мне бы хотелось поблагодарить всех преподавателей, без исключения, за их, за их терпение, за их труд, за их участливость, как внутри университета, так и за его пределами, за поддержку. Очень рад, что был именно такой коллектив студентов у нас в группе, потому что мы не просто стали одной такой группой, одним коллективом, но я смог найти и людей, с которыми я до сих пор буду продолжать общаться и после программы, и даже продолжать делать вместе проекты. В общем, позитивных впечатлений масса, и я очень рад, что здесь учился.